Кавалер, слушай, надо бы к Сбербанку на Ордынку сгонять. Там минут 5 подождать, потом к железнодорожному банку у моста, знаешь, да? Там минут 5-6 тоже постоять. А потом на Старый Арбат, к Урал-Трасбанку, минут 10 тоже подождем. А потом дворами немножко попетляем, да, следы заметаем. Выскочим на Ленинградку и в сторону области. А на выезде из города ногу тебе прострелим и из машины выбросим. Ну, это 1500 будет. Сколько? Ну, сам посчитай, бензин подорожал. Ну, мне сколько вас ждать придется? Ногу мне будете постреливать? Ну, как же, обязательно. А лекарства какие дорогие, буду накапывать. Да, 1300. Нет, 1500. Вас же четверо, многовато. Ну, это даже железнодорожного банка четверо, а останется трое, там охрана хорошая. Давай хотя бы 1400. Ну ладно, поехали. Поехали. Баток. Да. Если вдруг какая погоня будет, вы мне соточку-то накиньте. Ну начинается. Поехали, давай.